Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем бредить игру по названием Dark Souls Remastered. И уже туда-сюда скоро, я думал, может будет конец. Или фиг его знает на самом деле. Короче, в прошлой серии мы уже проникли в данное вот место. Это библиотека, как я понял. В предыдущей серии мы просто бегали, что-то херню страдали. Ну, потом мы попали в тюрьму. Я уже из тюрьмы выбрался. Ой. Я из тюрьмы выбрался, и мы замутили все такое. Короче, сделали побег, считайте. Получили душу хранительницы огня. Блин, нужно было, наверное, телепортнуться к хранитель... Ну, ладно. Так. Светлое место. Ой, я вижу голема. Так, давайте смотреть, да, что тут есть. Ну, лес, во-первых, очень яркое место. Бам. Короче, три удара. Три удара — это челик-труп. Бац, бац, бац. Привет. Обломок синего титанита. Ты, походу, хотел выбраться, да? Так, хорошо, сюда мы ставим лук. Надеюсь, загрится только один. О, изи. Выкупивать будем только по одному. То есть, большую толпучку я не так сильно могу убивать. Так, но они сюда смотрят. Бац, бац, бац. Три удара, он труп. Жалко, что я больше заточить не могу ни на что. Меч. Так, дожидаемся. О, пока косточки разомну. Пока оно бежит. Оно, они медленно, но... Я читал про них, что они могут дать первый такт титанит или самоцвет. А во-вторых, они могут дать проклятие. И второй меня пугает сильнее. Это проклятие. А что вы там остерегали хотя бы? Вау. Раз, два, два. Не, много им нужно все-таки. Одноручным нужно много бить. Серьезно, вы тут нихера не охраняли? Сейчас было обидно. Ладненько, идемте дальше. Ну, все же, как бы то ни было, локация довольно опасная. Во-первых, это из-за кристальных самих стражей. Во-первых, их здесь очень много, как вы, наверное, уже заметили. И я не понимаю, зачем они охраняют... Ты! Блин, нужно было вещи. Шлем опустошенного рыцаря, который был часто кристаллизирован. Сила кристаллов увеличивает защиту. Ух ты, ну... Скорее всего, нельзя это, да? Чинить. Ладно. Дальше какое-то довольно странное место у нас впереди. Очень странное.
Бам. 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 Ну, так как они неповоротливые, они довольно легкие становятся. Вау. Кристальный лес. Бамц. Вот это могло меня и задеть. Но лучше на самом деле учиться переключаться между щитом и оружием. Окей. Ну погнали смотреть, что да и как. А, круто. Можно сбегать к тому мужику, который охраняет там. Короче, лучше уже не будем души тратить, потому что, блин, мне до прокачки нужно почти 30к. А если быть точнее, то уже 30к. Может, травяной щит поставить? Ой! Бам, бам, бам. Что здесь у тебя? Ничего. 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 У него здесь не было ничего. А для чего я сюда пришел? А, да, место довольно. Кристальный грот. Ага, и сразу цветовая гамма у нас поменялась. Вот эти звуки, слышите, нужно, короче, их искать. Уж ё-моё. Вот это я так и не знал, на самом деле. Нужно, короче, где частички, это, типа... Подождите, а где... То, что такое? Я хочу теперь испробовать свои камушки. Серьезно? Окей. Ух ты ж, ё-моё, кого я там вижу? О, золотой этот. Мне кажется, мне больше вот эти хере проблем создадут. А, ладно. Ну, это на всякий случай. Так, человечность. Я вижу там предписание какое-то. Меня вот эти вот пугают существа, которые висят. Потому что как бы то это ни было, это бабочки. Ладно, будем все-таки. Впереди тропа. Да ладно, не врешь. Надеюсь, они не тухнут. Тут
Теперь я знаю, зачем ратушные камушки. О, голем, поехали. Ох ты ж, ё-моё. Ох ты ж, ё-моё. Да, боком лучше вообще к нему не стоять. Я понял. И все заново. Ну, мы 10 минут это делали. Если так посмотреть. Ага. 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 Ладненько. Сейчас мы быстро тогда это пробежим дело. Быстро пролетим, пробежим. Потому что я снова с ним драться не хочу. А, найс, мои камушки пропали. Ну круто, чё. Ну, зря я их покупал. Побежал на души. Побежал я за душами. Подох. Как лох. И подох. Ну все чисто, считайте, больше у меня душ нету тех. Не помню, сколько их там было. Ну мало, в принципе. Было их мало, поэтому ладно. Небольшая же беда. Не такая же беда. Интересно, он обязательно будет падать на меня? Ну, в принципе, ребят, мы их много убивали, да? Ну, типа, сколько таких нужно убить, чтобы все было изи? В принципе, мало. 30-ку таких убиваем, и все. Готово. Давай, приятель. Заебись. А мне его убивать, походу, нужно обязательно, да? Чувствую, мне что да. Круто, 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 круто. У меня есть план. Мы можем его заставить пойти за мной. Давайте попробуем заставить его за мной пойти. Интересно, пойдет он за мной или нет? Я хочу его заставить именно пойти через невидимую дорогу. А где должно выйти? Там я не уверен. В дальнейшем. Но в дальнейшем я точно не уверен. Блин, музыки здесь не хватает. Здесь только звуки падающих
цветочков. Только звуки. Мысли. Чё? А, выйти, окей. Что-то я вот это сейчас момента не понял. Круто. Его нету. Хрена. Давай соскальзывать начинай. Или не стоит. У меня сейчас два варианта, куда идти. Мне кажется, это не из лучших. Мне кажется, это не один из лучших. Спасибо. Все-таки не зря их купил. Ясно. Пизда. Вот это дорога. Вот это вот дорога. Интересно, насколько это ценный приз. Кусок титанита и все. Я сюда лез ради куска. Не, на самом деле камушки хорошие. Теперь я понял, почему они такие дешевые. Вы смотрите, тут дорога какая. Ха. Не очень так уж. Ой, бля. Так уж дорога и ровная. А куда это я пришел? А падение неизбежно, как... Да ёлки-палки, ну вы задолбали! За что столько падений? Так, а что у нас золотые? Ё-моё. Ладно, у нас куски титанита, ну блин, мы им прокачивать ничего ж не будем. Хотя, знаете что? Когда мы получим один меч, который я хочу получить, может быть, и заточим его, но вопрос теперь открывается вот в чем. А у кого мы будем ее затачивать? Блин, 15 хилок, а использование 0. Зашибись.
И спрашивается, нахера вообще затачивать оружие? Да. Сейчас было бы классно. Сейчас было бы охерительно так упасть. Из-за тупой карты. Не, на самом деле все же сделано для того, чтобы я сдыхал, да. Поэтому. Поэтому нормально. Вот, опять меня просто скользит куда-то. Падение неизбежно. Тихо. О, ну, сука. Ну. Жалко, что здесь, знаете, нету счетчика смертей. Было бы очень интересно посмотреть, сколько я раз сдох уже. Было бы очень интересно. И понимаете, я сдыхаю больше не на боссах, а просто на площади. Просто от каких-то падений. Просто взять вот эту сейчас локацию. И сколько раз я уже здесь упал? У меня уже камушки заканчиваются. У меня уже заканчиваются камушки. Ну хотя радужные ко мне, думаю, мне уже больше не пригодятся. Но мы добегаем туда за сколько? Ну, пускай за минуты три. Просто то, что мы изучаем, еще там локации вот эти невидимые. Где снежинки падают. На самом деле, я думал, радужные камни мне сильнее будут помогать. Зачем вот эти бабочки, мне интересно? То есть они вообще, вижу, не атакуют никого. Можешь не трогать его. Блять. Ну я просто думаю, там будет невозможно. В плане того, что там невидимая область, ну выше. Хотя я его могу попытаться расстрелять. Ну блин, но у него он очень прочный. А у меня есть бомба, интересно. Тогда за счет бомб можно все сделать. Как тоже такой вариант. Ну это уже все дело пробегается. Карту мы изучили, ну как именно локацию по предметам. Поэтому здесь я больше ничего не вижу. В смысле? И в чем? Да. Он хорош, он, кажется, сдох. Молодец. Молодец. Умничка. Умничка. Давайте тогда давайте немного еще подумаем. Как я могу там пробежать и не упасть. Подожди.
А, то есть, я понял. Походу, это обязательный враг. Еще и этого или нет? Хочу я этого, да или нет? Эта тварь обязательная. Хотя я могу туда побежать, но, блин, я не знаю, сколько я там буду падать. Сука. Не, душ я заберу. Хорош. Умничка. Я бы сейчас за ним тоже побежал. Так, ну тогда вопрос все равно остается открытым. Ну да, ну да. Но здесь хотя бы должно, по идее, остаться пятно душ. Теперь хотя бы я понимаю, что мне не нужно вниз прыгать, и это был необязательный желтый голем. А где голем, который мне по DLC нужен? Где голем, который мне нужен по DLC? Как я понял, это остается у нас загадкой. Хорошо. Мне нужен просто тоже желтый голем около входа в этот. Чик-чик-чик-чик, в библиотеку. При убийстве его. При убийстве его мне там что-то должны были дать. А вот что, я не помню. Либо кольцо, либо что-то типа того. Повторюсь, я не помню. Ну ладно, если что, мы еще сходим в руины Нового Лондона, не знаю зачем. И отправимся в DLC. После DLC мы уже отправимся дальше по сюжету. Видите, он прыгает именно ко мне. То есть, даже если он уже прыгнул, как бы прыгает, поворачиваясь в этот же момент ко мне. Если сейчас я одну вещь понял, то что теперь я просрал свой определительный знак по этому. Чтоб там не упасть. Ладненько. Бывает. Со всеми бывает, как говорится. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ну, в этой серии я должен убить Нагато Сита. А для этого нам нужно хотя бы добежать до места, куда нам не нужно. Да? Да, давай еще упадим раньше времени. А, тут ящерки. Ну, будем падать. О. А люблю хилиться.
лучше так сделать. Живей буду. Живее буду. Жалко, что я вдаль не могу кидать ее. Знаете, сейчас кажется, что здесь уже немножко, но я упаду. Оп! Зашибись. Зашибись. Я понял, тихо. А здесь прохода нету. Ладно, сраные устрицы. Ай-яй-яй. Да ёлки-палки. Ёлки-палки, ёлки-палки. Давай раньше времени еще сдохнем. Пипец. А костра, как я понимаю, нету, да? Будем тогда давайте по одному их выкуривать. Я думал, к нам костер за этим чельком. Хорошо. Следующий. Конечно, я ни хера не вижу, но все же. Ой! Я думал, он меня сожрет сейчас. Давай шустрее беги. Медленный какой. Давай, давай, давай. Готово. Так, где-то здесь. О, камень очищения. Мерцающий титанит. Что, серьезно, здесь нету костра? Я почему-то рассчитывал, что здесь костер. ГГ. Г. 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 Ладно. Хорошо. Поверю. Это мне придется заново вот так все бегать. Вообще зашибись. Так не получится, да? Можно убить его как-то не входя в его убежище? Походу нет. А вот наша нагана. Но сначала нужно быстро
уничтожить эту хрень. Чтобы он стал смертным. Я не знаю его так. И знать не хочу. Тихо. Ух ты ж, ё-моё, тихо. Как мне тогда так сделать, чтобы у меня ни отравления не было? А, он чисто их пускает под себя, да? Ой, ёлки-палки. А я думал, я тот хвост был, который надо. Оказывается, нет. Опа. Опа, смерть. Опа, смерть. Опа, смерть. Угу. Классно. Так, итого у нас получается. Так. Хорошо. Что мы тогда с вами делаем? Новый уровень. Не-не-не. Шкатулка. Так, теперь мне нужны предметы. Так, поехали. Раз, два. Так. Чтобы не мешало ничего. Нужно будет травяной щит взять. Так, предметы. Щит с эмблемой. Травяной щит. Так, этот пускай остается. Фонарь. Пускай тоже, ладно, останется. Легкий лук. Так, молот сюда. Где молот? Вот молот. Все, хорошо. Побежали. Еще тогда попыточку. Ну, я должен его хотя бы убить. Блин, я думал, на самом деле, что я грохну. Ну нифига подобно. Оказывается, короче, я думал, что яд. Вижу, у меня типа ядом херячит. Думаю, что за херня? Оказывается, все ясно. Оказывается, все ясно. Если что, я поставлю травяну и тогда щит. Вместо доп. Защиты. Да? Да. Тап-тап-тап. Тап-тап-тап-тарап. Травяный щит мне аж позволяет быстрее восстанавливать стамину, если я не ошибаюсь. Хотя давайте я его сразу поставлю. Ага.
Так, помчали. Будет быстрее стамина восстанавливаться хотя бы. Так, хорошо. Хорошо. А, точно. Точно. Сначала нужно кристалл бессмертия сломать. Ну, а теперь продолжим. Опа. Блять, выберись отсюда. Нужно его как-то в середину загнать. Воу! Это что-то новенькое. Вот это что-то новенькое. Тихо. Нужно его сюда поближе. Ага. Да-да-да. Тихо, пьем. Давай-давай-давай, валим. Ох ты ж, ё-моё. Хлыстанул так хлыстанул. Тихо, пьем. Оп. Тихо пьем. Та-та-та-та. Мне просто нужно отрубить ему хвост, понимаете? Ты ж ё-моё! Как ты меня бесишь, тварь. Бац! Наконец-то! Тихо.
А вот теперь ты хвостиком не помахаешь, приятель. Потому что у тебя его больше нету. Все. Да? Да. Готово. Мое сердце. А ну-ка, давайте посмотрим на меч. Большой лунный меч. Замечу, что урона физ вообще нету, но зато есть мах урон. А, блин, а у нас вера нужна. А, это интеллект. А у нас интеллекта, в принципе, нет. Большой лунный меч. Этот меч из чисто редкого драконьего оружия, изготовленный из хвоста Нагатасита. Белесого дракона, который предал свой род. Тит, прародитель колдовства, и этот меч хватит его... Так, хранить его магию. И можно... Так. Выпустить в виде волны лунного света. Так, ладненько. Фу, уже сколько времени? Пол 12. Хорошо, новый уровень. Ого, да, мне уже нужно по 30-ку. Так, хпшку вкачиваем. И давайте на этом заканчивать, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.